Вам предстоит решать руководителям районов и помощникам президента схожие задачи. Задачи непростые. Я уже говорил, 2 года, года предвыборных. Поэтому надо показать людям, что мы умеем решать проблемы. Мы будем сдавать экзамен в этом и в следующем году. Об этом я также всегда говорю накануне таких событий. И не надо бояться того, что мы действительно будем сдавать экзамен и к этому серьезно будем готовиться. И показывать людям свою состоятельность управлять государством. Это первое. Второе. Всем вам придется заниматься вопросами экономики. Нас пугают разными угрозами, но главное всегда в любом государстве, фундаментальная проблема – это экономика. Будет хорошо в экономике, будет хорошо у людей дома, прежде всего в семьях. Поэтому вопрос номер один для вас всех – это экономика. От президента до председателя сельского совета, который, кстати, находится в вашем подчинении, экономика, еще раз экономика. Второе – социальная жизнь. Мы очень многое сделали для нормальной жизни людей. Нужно продолжить в этом направлении, начиная от агрогородков и заканчивая городом-героем Минском. Всем задачи поставлены президентом, рассказано от того, где что строить и как благоустраивать улицы, где посадить какое дерево и так далее, и так далее. Надо это продолжить. Как меня информировали, вы хорошо знаете Минск, знаете руководителей, проблем выше крыши. Вы должны четко, непредвзято посмотреть на Минск, прежде всего на кадры, и увидеть те проблемы, которые нужно решить. Опять же, экзамен. 2 крупнейших мероприятия международных, спортивных. Олимпиада европейская и матч Америка-Европа. Что касается ваших районов, Новогрудок – это очень важный регион нашей страны. И с исторической точки зрения он очень важен и экономически. Кличев. Я обязательно должен в Кличеве побывать. Я давно не был в Кличеве. Посмотреть надо на этот район. Непростой. Скажем прямо, непростой. Но встретимся в этом году и посмотрим на то, что вы там сделали, что можете сделать, а в чем, может быть, надо и помочь.